Третьей школе Черкесска прошла встреча с оптимистичным лозунгом «Новая жизнь без наркотиков». Это название социально значимого проекта, реализуемого в нашей республике. На мероприятии подняли вопросы разного характера. О том, как прошла встреча, расскажет Альбина Ламкова. У нас людей сильных, красивых, здоровых, разумных. Но наркота, она слепа. Всех без разбора до дна. Она не щадит никого. Это всего лишь часть последствий от наркотических веществ. За этими словами скрыты миллионы погубленных жизней, как самих наркоманов, так и членов их семьи. Поэтому эта тема всегда поднималась на серьезном государственном уровне с обязательным привлечением молодежи в школе. Наша школа занимается этой проблемой. Мы тесно сотрудничаем с представителями наркодиспансера. Они частые гости на родительских собраниях. И поэтому в школе атмосфера позволяет детям жить полноценной жизнью, интересной жизнью, проводя мероприятия не только патриотического учебного плана, но и такого социального большого значения. Мероприятий такого направления не бывает много, они необходимы. Здесь информируют детей, как можно избежать употребления наркотиков. Родители очень серьезно к этому относятся, и администрация школы очень озабочена проблемами такими. Даже вот в подростковом возрасте дети, обычные маленькие дети начинают принимать наркотики. Все считают, что это ужасно, и проводят сами профилактические мероприятия. Наркотики – это очень плохая штука, которую регулярно принимают многие подростки. В это их втягивают другие мальчики. Есть такие даже, которые и принимают девочки. У нас регулярно проводятся родительские собрания по теме профилактика о наркотиках. Проект «Новая жизнь без наркотиков» направлен на профилактику немедицинского применения наркотических средств среди молодежи. Его автором выступила Карачаево-Черкесская автономная некоммерческая организация «Реабилитационный центр без наркотиков». Проект финансируется из средств республиканского бюджета в рамках реализации грантовой поддержки социально ориентированных НКО. По итогам реализации «Новая жизнь без наркотиков» ожидается, что у молодежи выработается твердая позиция по здоровому образу жизни. Но все это невозможно без пристального контроля родителей и их информированности о всех видах наркотиков и признаки употребления их. Альбина Ламкова, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаево-Черкесия.